Всем привет, друзья! Мы опять с вами. Самый младший наш сегодня в школе, потому как сегодня пятница. Какое? 18 число? Да. 18 сентября. Дождей по-прежнему нету. Песок превратился в муку такую. И поэтому всю красоту Катюшиных новых сапожек. Это сезон 2020. Новый сезон, новые сапожки. Да. Осень 2020. Они так блестели. Поэтому всю красоту этих сапожек не удалось вам передать. Кстати, маникюрчик новый. Обновила. Да, я ее просил сделать еще тут такие белые точечки. Ну, как типа мухоморчики. Ну, не получилось. Да. Ну, это мы еще сделаем. В общем, в Соснечке сухо-сухо. Поэтому идем болотца. А я издалека подумал, что это какие-то красные желуди на дубе. Это паразиты какие-то. Красивые паразиты. Ни на кого, ни на что не намекаю. Вот подходим к одному из болотец. Вот сколько прошли, Кать, сухо, да? Ни одного, кроме бледной поганочки, грибочка не встретили. Ну, не сильно, я бы не сказала, что сильно сухо. Бегу! И зачем я ей сказал с той стороны ходить? У меня в этих резиновых сапожках каждую веточку чувствуется, как босиком. Покажи, ух ты! Ну такой уже зрелый. Да? Ой. Ух ты! Нормально вроде. Да, ну хороший. Это его погрызть. Еще и на какашке надо. Ну вообще. О, идеально. С какашечкой, ну ничего. Давай какашки тут. Может, она придает пикантность. Ну а как вот это кофе, что? А, которые зверьки едят. Зверьки выкакивает. Ничего особенного, особенно если представишь, что это какашки, так вообще. Звиняй, подожди. Звиняй, что мало. Что там? Да ничего. А, быстрее! Это божья коровочка. На ступы. Надо после Катеньки пройтись еще здесь. Трава густенькая такая. Класс. У меня голос такой севший, простыл. Я думал, что корона. Померил температуру. А! Сейчас иду. Померил температуру 36,6. Так. Но у меня есть знакомые, которые ей переболели. Ибо тест им показал, что есть уже антитела. Я думаю, я в их числе. Я как-то зимой так болел. Где? Так, я узнаю. О! Это же грузди. Грузди? Да, черный грузди. А ну подожди. Ну, который засаливают. Солят. Вот этот хороший, а этот уже темный гименофор. Возьмем на всякий случай, вдруг. Больше ничего не найдем? Ну вдруг еще что-нибудь найдем. Я же с прошлой грибалочки принес белые осиновые грузди. Они, кстати, успешно солятся. Он прекрасен. Пусть полежит.
Ученые говорят, что все человечество за 20 лет по любасу переболеет. А я думаю, сколько уже за века разных таких вирусов было, ну, о которых никто и не знал, и не исследовали. Просто человек болел, побеждал эту болезнь, жил дальше. Есть, наверное, доля раздутости в этом всем. Кто-то, конечно, в этом всем выгодополучатель. Кать, помнишь, сколько мы тут польских находили? Вот здесь и белых. И белый в форме сердечка когда-то нашли такой большой. В знак моей любви к тебе. Друзья, болото высохло. Высохло. Вот это все, тут все было вода. А вот как можете догадаться, мы находимся на моем болотце. А догадаться вы можете по наличию подосиков. Это мой. И вот. Как это он твой? Я первая его увидела. Ну, если ты за ним долезешь, то можешь сорвать. Я сомневаюсь, Катюша. Вот. Ай. Ой, я, по-моему, зонтик нашла. Ура! Так хотелось зонтика. Не могу освободить его. Иди ко мне, малыш. Кать, смотри, какой красивый. Ага. А я вот тут увидел. Танцующий. О, смотри, а тут вообще вот торчали и постарели тут же. Смотри. Что, зонтичек? Прикольно, ну подожди, я приближу. А поверни шляпкой. Ну, похоже на зонтик. Я там как-то в книге встречал, какой-то есть ореховый. Я только не помню, он съедобный или нет. В общем, проверим. Да возьми. Я посмотрю сейчас, потому что... Я так издалека не могу. О, еще один. Кать, это, наверное, тот, что ты увидела. Вот один. О, вон я вижу красный. Ты видишь? Ну, вот это, да. А я увидела вот тот белый. А, так это мы с тобой одни и те же находим. А, вон старый, смотри. Ну, старый тоже я видел. Сейчас покажу. Тут очень тяжело достать его. Очень тяжело. Вот он какой. Вот. Больно натыкаться на такие веточки. На зеленом ковре он вообще так выглядит прекрасно. Это старый. Старый. А это молоденький. Парнишка. Подосин. Я просто не могу долезть. Есть. Ой. Смотри, какой красавец. Под шляпе. Беленькая. Шляпа красненькая. Да что-то мне не очень нравится. Он уже засохший какой-то. Повесь его. Как это? Я вообще сомневаюсь, зонтик ли то. Ошу. Не знаю, как-то он мне сильно маленький какой-то. Ноженьку пришлось половиночку срезать. Ибо был червивенький. Оп. А этот хорош. Катя! Ты же далеко не уходи от меня.
Я волнуюсь. Смотри, там торчит и тут. Он такой серо-потрескавшийся. Но он может быть хорошим, да. Просто из-за того, что сухо. Он так видоизменился. Сейчас я только долезу. Слушай, а он ничего. Увесистый. Кать, подожди, не уходи. Мне просто жалко, если ты все грибы пособираешь. Он хороший. Кабасик. Иду, Кать, просто ты ж залезла без меня. Жди теперь, раз ты такая. Какая такая? Жадная. Вон, пожалуйста. Ух ты, на солнышке какой. Красавец, да? На нем даже сидит, он что-то его облюбовала. Доставать? Так радостно, когда... Ты сама достань? Ну достань, ну там что-то сидит страшное. А, оно уже улетело. Я не могу его достать. Да ну, не придуривайся. О, он что, раздвояется? Раздвояивающийся? Блин, я не могу. А, вот. А кусок еще там? Или он сам по себе? Ну что, тебе радостно? Радостно. Так мне еще радостно, штаны начали спадать. Худею. Что-то я ремень забыл просто затянуть, ремень, да? Ремень, наверное. Хороший? Угу. Отлично. Да, когда-то вон в тех дебрях закраснел один. Так я... Короче, это было незабываемо. Полез туда. Чуть всю одежду там не оставил. Смотрите. Это просто сокровище. Угу. И лезть никуда не надо, да? На виду. Классненькие. На. Вот это листик. Листик. Сказал с надеждой Дмитрий. Ну что, ты тут пока обрезай, а я погнал. Да подожди. Косить. На. Ой. Ой. Карандашулечка. Сейчас подожди. Ух ты, ёкарный бабуин. Давай я подожду. Ну лезь. Ну давай. Вот наглядный пример тому, как солнышко вот где припекает, он такой потрескавшийся. А где тенечек, так он вообще такой гладенький и шелковистый. Ай. Ну что, давай, вперед. Ты его отломала? Нет. Ух, какой он с белым подшляпием. А ну, да, Кать, только не поломай, я тебя молю. Вот, да. Ох, какой большой. Мясистый. Да? Угу. Держи. Ой, смотри, он какой у него. Что это? Детеныш.
то родинка. Хороший. Хороший. Я даже забыл, что мне хреново. Такой азарт. Катюшенька пошла дальше. Ой, я увидела. Так это ты мой увидела уже. А вот смотри, что это. Вот это переростыш. Да глянь, как у него шляпа. Да, выгнулась. Сейчас мы вот этот вот посмотрим. Так. Это тоже растет в труднодоступном местяке. О! Алло? Слышишь, Кать? А там вот кому-то растет. Ой, сейчас. Может быть мне. А может быть еще кому-то. Вот совсем кроха. Пусть растет. Нашла? Вот это мое любимое место в этих джунглях. Смотри, какой жердяйчик. Ага. Вот как он прекрасен. Друзья мои. Сейчас покажу гиганта. Ну его так лаптем выгнуло. Не будем его трогать. Пущай. Семя извергает. А, да, бледненький. Ты наш. Выгорел, да? Ну да, побледнел, на. Ну а ты? Ну давай, Кать, руки заняты. Через нос отыче. Вот местечко уютненькое тут. Кать, шо у тебя? Ты специально, чтобы не заниматься этим? Нет, я не специально. Чтобы не готовить пересолю. Неправда. Да ну я шучу, конечно. Бо з'їсть потом мене. Если не скажу, что я шучу. А? Готовить не буду, вон посмотри какой. А. Вот это ему уже кана. Держи свои эмоции для кадра. Загляденье. А ну подожди, я приближу. Здесь? Да. Что там, еще кусок? Да. Забыла. Смотри, какой. А, ну конечно, кусок мяса в земле. Вот почему не надо срезать, да? Да, да. Смотри, еще какой. Какая-то птица там так возмущается. Ну все, там нормалет. Отличненько. Ты посмотри, Катюшка. Угу. Мое болотце подарила нам почти корзину. Если что, будем в твою сумочку складывать. Мы ж ничего больше не взяли. Стой! Паутина чуть не влезла. Куда? Так, куда? Выходим туда и идем. И идем на то болотце, где мы с тобой устраивали подосиновичную вакханалию пару лет назад. С возрастом мы стали понимать, что замораживать грибы лучше не в отваренном виде, а в свежем. Ну, чуть-чуть их, не чуть-чуть, их надо почистить, да? Что да, еще? Почистить, промыть. Промыть. В соленой воде, чтобы они постояли. Да. Потом выложить на досточку, чтобы они просохли, а потом сделать заморозку. В таком виде, прямо так на досточке, а потом в пакет.
Да, и получается бомба. Получается, да, они... Каждый грибочек отдельно друг от друга. Мы отдельно белые заморозили, отдельно польские. И довольные. Достаем иногда, размораживаем. С картошечкой поджариваем. Но они сохраняют даже свой запах. И вкус. Да. В общем, рекомендуем. А вы, наверное, так и делали. А мы раньше отваривали. Ну, в принципе, если недолго отваренные стоят, в морозилке лежат, то ничего. Ну, бывает такое, до весны лежат, а потом резина резиной, да? Вот, началось. Один маленько. Первый попался на другом болотце. Космонавтичек. Надо внимательным быть. В этой травке похожей на волосики. Жиденькие. Ну что, малыш, добро пожаловать домой. О, Катя! Что я вижу? Иди быстрее сюда. Или обойди его там. Смотри, какой красивый. Давно я таких не встречал красавцев. Да, он такой прям. Идеальный. Да. Такой. Статный подос. Нет слов, друзья. А грызочек? Чётенький. А ну хвастайся. Так. Не язви. Ну такое, да. Такое можно брать? Ну, немножко вроде. Не знаю, на, попробуй. Ну не знаю, ты будешь его есть? Или он уже не там? Он, по-моему, подстаркуватый, тем более, глянь, у него уже да? Гименофор потемневший, брать? Да. Пусть он тут спороносит. Раньше я любил Катюшку пускать вперед и за ней собирать грибочки. Питался ее энергией, когда она злилась. Я шучу, Кать, ну что, нельзя пошутить. А изменилось то, что ты стала... Не пропускать. Теперь ты питаешься моей энергией. Смотри. Ой, ой, красота. Красота. Угу. И сапожки, и грибы. И грязные штаны. А, Катюшка, лоси попадают. Дима, какой красавец, а? Угу. О, нога. Сейчас проверим. Ну, я так чувствую, что она тверда и мясиста. Ой, чиста. Нашла. Нашла еще? Смотри-ка. Прикольненький, дай-ка. Такой влажный. Ага. Да, хорошенький. Ну, как бы не хотела Катя первого. Ой, да, прям. Первый, ой, найти, да, его. Нет. Нашел его я первый. Это просто класс. Такой цвет. Угу. Обожаю. Обожаю. А какая ножища, Катя. Ты сейчас упадешь, глянь. Вот это подос, всем подосом, нашим подос. И чист, и хорош. И чист, и мясист. А его так не видно было за зеленой травушкой, Катюшка. Смотрит вперед, да, мечтает. Не успеваю просто включать камеру.
Держись. А я уже вижу, что что-то там очень нет, хорошее. Смотри, наконец. Ё-моё, вот это... А вот это моя любимая форма. Мой любимый размер. И цвет, и размер. Ну, иди срывай. Да? Раз уж вошла. Насладись этим моментом. Красавец какой, да? А что это у него? Ножка аж залохматилась. Да что, идем же дальше. Ну я тебе скажу, уже с пустыми руками не уйдем сегодня. Так, хорошо, а мне как лезть? Руки-то заняты. Задом. Вот уже подходим к заветному местечку. Ты уже устала, Катя? Угу. Я тоже подустал. Пучочки мои любимые. Травяные. Помнишь, как прям в кустах раньше росли? Да, так они еще будут расти. Просто сейчас еще жарко. Свежий папоротничек. Наш первенец на этом болотце. Да, что тут можно сказать? Спасибо, что ты есть. Вот такой вот. Опс. Такая местность специфическая, широкое пространство подосиновичное, поэтому тут нужно смотреть в оба и ходить вдвоем. И вот удача краснеет. Смотри, Катя, какие они. Просто королевский цвет. Ой. Так, не пугай меня и не расстраивай. Подожди. Смотри, какой букетик. Ё-моё, и ты нашла. К сожалению. Но да? Такой не найти было бы. Ой, так прям. Стыдно. Ну, у меня-то размерчики-то побольше. А у меня они обаятельней выглядят. Ну да. Просто поцеловать его хочется в шляпку. Класс. Видишь, надо вдвоем, Кать, ходить. А что ты идешь по моей стороне и находишь, а? Иди дальше. Ну, давай я дальше. Просто я боюсь, что ты пропускаешь. Кать, ну что ты ходишь по моей стороне? Смотри, какой. Прям, смотри, это он прям в этой кочке, да? Болотяной. Кочка. Высокенькая такая. И он в ней прям сидит и краснеет себе от стыда. Он оранжевый. Ну он краснеть только начал. Молодец. А тут ты... Так а шо ж ты? Ну я же говорю. Ходит, пропускает. Раз. Два.
Так, один, два. Вот такие вот, молоденькие. Вовремя мы приехали, да, Кать? Так, вот тут что-то ножка. Не, хороша ножка. Меня удивляет, насколько пересохли болота. Я посмотрел, там вообще лужица. Там было как озеро, стало лужица. Что? А ну давай его доставай. Это хороший. Угу. Да? Угу. Отлично. Катюша нашел такого, прям видно, статного красавца. А он худенький, ножка худенькая, а шляпка мясистенькая, чистейший. А вот вашему вниманию представляется белый подосиновик альбинос. Вот это не люблю. Катя, Катя, вон он молчит. Под нос себе. Говоришь, а вот это вот. Если бы ты сейчас увидела, что я тут нашел. Ух. Крутейший. Побежала вперед. Катя, Катя не отзывается. Специально, чтобы я ж бежал за ней. Я знаю, почему так происходит. Ё-моё. Устала просто. Сейчас покажу кое-что. Вот, побегла, ничего не бачит. А тут такая красота. Из березовой коры вот такой торчит подосечек. Прекрасный. Кать! О, побегла. О. И вот стоило отойти 2 метра. 2 метра. Из-под кочки вот такое выглядывает. Вот такая шляпа. Лезу рукой туда неосторожно. Там еще что-то сидеть может под ним. Красотулик ты мой. Ой, один краше другого. Так. Наконец-то я догнал Катюшку. Сейчас. Что? Отойди, я тут стерегу, нормально. Ну, что так подряд красивый? Ну, смотри. А я вон подряд. Да. О, тут и посидеть можно. Да. Я сижу полюбоваться. Стерегу, чтобы он не ушел. Полюбоваться можно. Ой, смотри, какой он идеальный. Да. Сколько удовольствия сегодня получили. Угу. С какой-то еще, смотри, ямочкой. Да. Ямочки на щечках. Все, друзья, вылезли мы с болотца и направляемся уже к машине. Вот такой у нас нескромный результатец на сегодня. Теперь с Катюшкой мы голодными не останемся. Спасибо, что гуляли вместе с нами. Будем рады встретиться снова. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео.
Не забывайте писать приятные слова. Мы очень любим читать ваши комментарии. Да. Всем пока и до новых встреч. Пока.